О, самолет! Это что такое? Ребята, всем привет, вы на канале Никита Твой Геймс. Продолжаем играть в Warmod Heroes. Бронированные герои, игрушка про танчики. Мы остановились на том, что купили М4А1 Шерман. Такой вот танчик. У меня 9 уровень. Следующий танчик стоит 300 таких вот волков. Но их, я так понимаю, очень сложно собрать. Поэтому будем гонять на Шермане, либо мы можем, ребята, поиграть на М24 Шафе, в таком танчике. И плюс, я смотрю, здесь у меня появился какой-то новый тип снарядов. Ну, давайте посмотрим, пускай остается этот Шерман. Поехали. Я пока не понимаю, как, конечно, ими стрелять. Но сейчас попробуем. У меня 82 пульки, тут, короче, надо подсматривать рекламку периодически. Ой, я еще и промазал, сразу лечусь. Ух ты, один против одного. Фу, сбили. Ладно, я сейчас попробую выстрелить новым типом оружия. Так, поехали. Пока никого нет, давайте на переезжение туда. Ну-ка. И что? Смотрите, ребята, видите? Да, это дым. Дымовуха. И я в этом дыму могу стрелять, ничего себе. Так, надо же выбраться еще. Короче, да, так оно, так и есть. Появляется дым, короче, надо в укрытии становиться. Хух, промазал. Этот чувачок промазал. А я? Ага, а что я сделаю-то? А не, нормально. Есть, вынес. Ну, здесь сложно, не знаю. Без доната. Без доната, ребята, играть очень сложно. Танчик у меня не прокачан, потому что я не знаю, где на все это находить эти награды. Ну, я думаю, мы сейчас попробуем доехать. Давайте доедем. О, хорош, пока. Пока хватает подлечиться. У меня уже заканчивается ремкомплект, только 22 этих ключа остается. Есть 9 крутых снарядиков. Ух ты! Это мой любимый танчик. Нет. Он вынес меня. Сверхтяжелый, так понимаю, танчик против нас. И пошла. Давай ты. Есть, 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 есть. Хорош, вынес. Но он, видите, уже почти из этого дыма выехал. Почти выбрался из дыма. Так, ну я подлечился. Ладно, я, короче, опять беру эти дымовые снаряды, потому что без них, я не знаю, нереально. На непрокачанном танчике? Так, ну ладно. Ускоряемся. Так, задымление пошло. И добиваем, ребята, не знаю, я надеюсь, там его добил. Да, добил. Фу, короче, прошли. Это жесть. Это очень тяжело, ребята. Ну что, давайте смотрим, что у нас здесь по гаражу. Ну окей, давайте. 10 уровень, попробуем его тоже пройти. Но надо что нам? Немножко больше взять снарядов. Тратим то, что мы заработали. Немного монеток. Так, 45. Уже хватит нам? 55, может, хватит? Дымовухи. Давайте, 6 дымовух пускай остается. А что у нас здесь снизу? А, мы можем цвет, ребята, мы можем цвет за 50. 50 стоит цвет. Можем купить черненький. Подождите, так, соточка. О, какой камуфляж. Есть вообще такие блатные камуфляжи, но мне приглянулся такой вот черненький. Черный танчик. Ну нет, будем собирать. Будем собирать, чтобы открыть потом в будущем следующий танчик. Ну а пока что погнали. Поехали. Непрокачанный танчик. Попробуем. Попробуем проехать 10 уровень. Здесь сразу переключаю на дымовые эти снарядики. В принципе, можно было еще вот один, третий тип купить снарядов, который сразу выносит. Так. Задымление пошло. Добиваем. Ну, в принципе, все по классике. Если будет 5 танчиков, у меня как раз 5 дымовых. Ну, а можно и без них попробовать. Как сейчас, хорош. Ну, тогда не надо спешить. Надо как-то постепенно подкрадываться к этим танкам. Ой, я зря стреляю. Снаряды тоже на вес золота. Так, ага, у него позиция не очень выгодная. Да ё-моё, попал в меня третий раз.
А, в принципе, я могу подлечиться. У меня стрим-комплект. Ладно, переключаю на дымовуху. Поехали, мост. Значит, будет танчик по-любому. Так, может повыше поднять. Так, хорош. Иди сюда. Иди сюда. Вижу, появился дым черный, значит, мы его сбили. Так, сразу готов встречать следующий танчик. Еду добиваю, просто его добиваю и переключаюсь. Ну, в принципе, я сейчас уже понял, как играть. Но надо, видите, надо покупать эти снаряды, потому что так просто не пройдешь. Ну-ка, кто там дальше у нас? Ох, какой здоровенный танчик. На. Он полностью в дыму. Ну что? Я жду, когда он дым рассеется. Ладно. Не будем рисковать, короче, без проблем вынесли. И проезжаем очередной уровень. То есть все, сейчас я уже понял. И нам дают что, медальку? Так, нам пишут, что вроде как удалось немного отодвинуть врагов. Что дальше? Но вроде как нам не нужно расслабляться и типа можно использовать другие танчики. Но другие танчики, ребята, стоят намного дороже. 300, у меня только 113. Так, ладно, давайте наобум поедем. У меня всего лишь 40 снарядов, 42 выстрела, плюс 2, 2 дымовухи. Может быть, мало ли наобум. Наобум сейчас пройдем. Пройдем этот уровень, если нет, тогда нет. У меня есть, в принципе, ремкомплектики. Так, начали. Хорош, подбили его на мосту. Добиваем. Или я не добил? Добил. И там будет по-любому нас встречать еще один танчик. Да, нет, не, а нет, это не танчик. Значит, на него. Ух ты, какой рикошет по земле был. Смотрите, по земле. От земли. От земли это рикошетило. Такого вообще не может быть. Не, я пока ремкомплекты не трачу. Так, ладно, погнали. Ах, ё-моё, я промазал. Так, ну ладно, дым все-таки появился. В принципе, я могу вынести, значит. Ну все, у меня больше нет снарядов. Хотя надо было их пополнить, эти дымовушки. Без них я не знаю. Что, давайте подлечусь. Что я без них сделаю? О нет, он промазал. Какой-то новый тип танка. Промазал? Он промазал. Это просто сейчас было на халяву. У меня 24 выстрела остается. О, самолет! Это что такое? Откуда появился самолет и еще и танчик накрыл? Короче, это жесть. Ну что, ребята, такая вот серия. С вами был Никита, до скорого. Пока-пока.